Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Бобинов Григорий Вячеславович. Я профсоюзный активист. Сегодня первую часть должен был читать профессор Огородников, но он заболел, поэтому я приехал на час раньше для того, чтобы подготовить к вас ко второй части наших занятий. На вторую часть придет профессор Попов, многоуважаемый. Он профессор по кафедре экономики и права. И он будет вам рассказывать о том, как провести правильно забастовку по тому законодательству, которое есть в Российской Федерации. Моя же задача сейчас – это подготовить вас для того, чтобы мы в конце занятия провели успешную забастовку и всего добились. То есть мы до забастовки должны сделать некоторые мероприятия, чтобы эту, еще раз повторюсь, забастовку успешно провести. Итак, вы должны понимать, что когда вы начинаете какую-то протестную деятельность, пусть это даже будет за что-то, то есть, как вы уже говорили, что нельзя выдвигать лозунги «мы против чего-то», мы должны всегда понимать, что даже если вы сделаете большую воронку на месте того, что было и против чего вы бастовали, то есть, допустим, администрации предприятия, то, соответственно, эту воронку все равно должно что-то заполнить. Ну и не только вода, а что-то такое, что должно повлиять в дальнейшем в положительную сторону на вас, на вашу судьбу, зарплату, условия труда и тому подобное. Поэтому у вас должна быть какая-то положительная повестка. Но перед тем, как эта повестка сформируется, то есть у вас будет понимание того, что что-то надо менять, и вот возникнет вопрос о забастовке, но вы сами будете понимать, что против вас все равно будут какие-то действия, и вы должны понимать, что эти действия будут настолько эффективны и мощные, что вы через какое-то время, не подготовившись, окажетесь за воротами своего предприятия, своей организации, и, в принципе, на этом все и закончится. Поэтому, осознав то, что надо что-то менять, вы должны понимать, что это менять можно только с помощью коллективных действий. И вот, чтобы коллективные действия, они имели место, то нужен как раз этот коллектив. То есть, сейчас основная ошибка большинства, то есть поголовного большинства активистов, которые возникают на том или ином предприятии, это то, что все надеются на какие-то собрания. То есть, возможно, и вы участвовали в таких собраниях, когда, ну, коллектив начинает внутри бурлить и требует собрания с руководством. И вот руководство говорит: да, хорошо, такого-то числа будет собрание, мы ответим на все ваши вопросы. И вот перед вами появляется, вы собираетесь в каком-то зале, у вас там 50, 100, 200 человек, перед вами сидит администрация, ну и администрацию представляет, ну, возможно, хозяин компании, там, допустим, либо руководитель, ваш, ну, основной руководитель, рядом с ним сидит экономист, юрист, начальник отдела кадров, затем кто-нибудь по охране труда, прямой зам по общим вопросам, то есть перед вами сидит вся эта комарилья, ну, и вы как бы на встрече с этими товарищами подготовили кучу вопросов, ну, и людей, которые эти вопросы будут задавать, ну, обычно это никак не подготавливается, обычно, ну давай, ты нам что-то хотел сказать, давай. Ну тут для храбрости вскакивает с места и начинают, а вот у нас, а вот мы, и вот у нас столько-то нарушений и тому подобное. Так вот, хочу сразу рассказать, есть трудовой кодекс Российской Федерации, он вот такие собрания не предполагает. То есть вот эти вот собрания, они ничем не заканчиваются. Заканчиваются следующим, то есть положительная повестка не заканчивается, заканчивается следующим, то есть... Допустим, вы задаете вопрос начальнику: почему у меня вот такая зарплата? Он смотрит на экономиста-бухгалтера: слушайте, я не могу ответить на данный вопрос, вот у меня сидит здесь экономист, он запишет вопрос и ответит вам на этот вопрос в ближайшее время, ну давайте так договоримся, через месяц, через два, как пойдет. У вас следующий там по охране труда: почему у нас нет спецодежды, почему у нас нет перчаток, и эти перчатки, которые нам выдали, разлетелись в первую же неделю, и нам просто нечем, ну, нечего на руки одеть и все остальное. О, хорошо, охрана труда, вопрос понял. Ну, а специальный человек сидит и записывает тех активистов, которые вскакивают и начинают чего-то там говорить. Через какое-то время к ним в течение месяца, двух, шести месяцев проводится хорошая работа с ними, и как-то
невзначай он получает один выговор, потому что опоздал на работу, второй выговор, потому что забыл убраться на своем рабочем месте. Ну, а у нас закон гласит следующее, неоднократное нарушение, а неоднократное это уже два, чтобы вы понимали, то есть раньше было два, вот третий тебя выгонит. Нет, закон сейчас звучит неоднократно, то есть два это уже неоднократно. И вот ты уже за забором, и вот твое выступление закончилось через 4 месяца, ты уже непонятно почему. Но ты понимаешь, что, конечно, это вот из-за твоего прошлого выступления, и все понимают это, и вот в целому заводу сделана прививка от таких вот действий, чтобы больше не возникали, как начальство скажет, так и будет. То есть, чувствуете, вот этот вот момент, он не подкреплен никакими законодательными актами. Это вот такая инициатива, которая прокатывала времена Советского Союза. И вот все, кто был в Советском Союзе, это все равно, вы уже как бы здесь проходите диалектику, невозможно это все стереть. То есть это понятно, родимые пятна социализма присутствуют сейчас в нашем в этом капитализме, который сейчас есть. Ну и, соответственно, это оттуда тянется и как бы думают, что можно договориться. Из моего личного опыта совсем недавно, ну недавно, это года три назад, мы защищали коллективный договор, полностью его проиграли, потому что, ну так все сложилось, сейчас не буду об этом рассказывать. Так вот, там была одна активистка, которая давно была в профсоюзе, ей сейчас 60 с лишним лет, она сказала, сейчас я и так договорюсь без этого коллективного договора. Пришла к главному врачу и была как бы отправлена, ей сказали, да-да, идите, мы как бы с вами разговаривать не будем. То есть, если раньше начальство, да, советское, прислушивалось к каждому работнику, потому что у нас было по-другому все устроено, сейчас забудьте. То есть, вы должны понимать, что там есть специальные люди, все это администрация, включая кадровые службы и тому подобное, проводят с ними специальные занятия. Откуда я знаю это? Я потому что учился непосредственно в Финеке, то есть, я сам врач по образованию, закончил военно-медицинскую академию, но также я поучился в Финеке. И с нами там, как с будущими менеджерами здравоохранения, проводились занятия по тому, как выявить активистов и что с ними надо сделать для того, чтобы у вас на предприятии никакой вот этой, так сказать, бучи не заводилось. Причем там просчитывается в том числе и экономическая составляющая, то есть даже если активиста увольняют просто с попранием всех законодательных норм. Просто вот так вот взяли, уволили, ну, как вот говорят, по беспределу. И он знает, что он восстановится, ну, и все знают, что он восстановится, но, опять же, не все идут восстанавливаться, да. Второй момент, чтобы он восстановился и получил вот эти зарплату, за которую ну, там, да, вот вынужденный прогул получается, компенсация за вынужденный прогул. Да, за вынужденный прогул. Соответственно, он получает эту компенсацию, допустим, 200-300 тысяч, смотря сколько месяцев длится это дело, да, 400 тысяч. Но работодатель знает, что вот он есть активист, они выдвигают требования просто выполнить 134-ю статью, и это ему в год грозит, если это всю статью применить на всех работников, это грозит ему примерно это миллионов на 10. То есть, соответственно, вот они 300 тысяч просто по беспределу выгнать и сделать прививку всему коллективу. Причем, если он восстановится и за ум не возьмется и начнет примерно то же самое, то его выгонят еще второй раз также по беспределу. Третий раз он не будет восстанавливаться. Ну, редко такое бывает, что такие вот упертые. Это просто единицы. И, соответственно, вот они 10 миллионов, и вот этот активист, который бузит и требует чего-то. То есть чувствуете, да, вот этот вот момент, ну, как бы идет сразу на провал. Соответственно, возникает вопрос, а что же делать, как же правильно? Ну, правильно это как бы подготовиться. То есть, если вы учитесь в Красном университете, послушали какие-то лекции там, допустим, но все равно какой формат. Вот Лена Ру, допустим, либо там Тупичок Гоблина, там выступил какой-то товарищ, и вы все-таки поняли, что это не тот путь, а надо что-то делать, то возникает вопрос, что? Ну, первое, это, естественно, почитать хотя бы законодательную базу. Для того, чтобы понять, что такое коллективный договор, вот, слышите, слово такое возникло, коллективный договор, коллективное соглашение, надо прочитать всего лишь первые две статьи Трудового кодекса Российской Федерации. Если конкретно про коллективные переговоры, вот, да, если мы берем момент от собрания к чему-то, то, соответственно, всего лишь вторую главу. Недавно я считал прилюдно, сколько же там надо страниц, так вот эта вот маленькая брошюрка, там всего формат, соответственно, А5,
Там всего 13 страничек. То есть надо прочитать 13 страничек, хотя бы представлять, что вам гарантирует Трудовой кодекс. То есть вы должны все-таки, если сами до этого дошли, еще и объяснить людям вокруг, что мы делаем по закону. А если работодатель действует по-другому, то он действует против закона. Потому что когда ты приходишь в коллектив, мало людей, которые говорят, не-не, мы согласны на любые противозаконные действия, веди нас. Такого не будет. Люди хотят, чтобы все было по закону. Вот по закону это прочитать эти 13 страниц и, соответственно, выяснить, что же такое по закону. А по закону это то, что вы должны все-таки для себя принять какую-то положительную повестку, и за эту повестку должны проголосовать 50% плюс один голос. И вы на этом мероприятии, там конференцию надо проводить, избираете представительный орган. Вот здесь вот вопрос о представительном органе. Что это такое может быть? В Трудовом кодексе Российской Федерации написано «профсоюз» либо «иной представительный орган». То есть профсоюз, понятно, это федеральный закон номер 10, там прописано, что такое профсоюз, из кого он собирается, то есть этот федеральный закон 10, какие гарантии, какая защита у членов профсоюза, все это понятно. Но, допустим, люди не понимают, либо не хотят, либо какие-то претензии к профсоюзам, можно все что угодно. Можно назвать это совет трудового коллектива. Чем это отличается от профсоюза? Да ничем. Все то же самое, только никаких гарантий. То есть, ну, если тут целый федеральный закон номер 10, то о совете трудового коллектива кто-то слышал из советских времен. Можно комитет назвать, можно хоть как назвать общество сбора марок, ну, все равно как. В принципе, организация одна и та же. Чтобы собрать людей, вот, например, профсоюз или комитет, СТК, то есть любую общественную организацию создать, достаточно 3 человек. То есть помним, да, 1 человек пост, 2 человека группа, 3 человека уже коллектив. То есть вы собираетесь втроем, смотрите друг другу в глаза и говорите, да, мы согласны, что мы будем бороться за то-то, то-то, и мы там один за всех и все за одного. И вот здесь вот как раз возникают следующие ошибки у нас, значит, очень часто. То есть я представитель профсоюза действия, и как бы люди уже понимают, что надо организовываться в профсоюз в той или иной больнице, но проходит это следующим образом. То есть возникает один активист, и вот этот активист говорит, что, слушай, ну уговаривает 2 человек просто, им вроде бы и надо, вроде бы не надо, ну да, вроде давай организуем профсоюз. И вот ему присылают из центра, то есть у нас есть, да, центральный орган профсоюза, оттуда ему присылает секретарь бумаги, как правильно провести первое профсоюзное собрание под протокол, что мы согласны с тем, ну там целая форма. И вот он эти все документы оформляет, а людей выцепляет вот так вот в коридоре. На, здесь подпишись, на следующий день вот здесь вот на, подпишись. И здесь вот как раз такая вот ошибка, что наоборот, надо сесть друг с другом и сказать, да, мы сейчас организация, и мы будем бороться за то-то, и наши принципы такие-то, такие-то. Это очень важно. Например, у нас был момент, когда люди правильно организовали ячейку профсоюза, это в 40-й больнице. И когда они открылись через полгода из своего создания и начали продвигать какую-то положительную повестку, нужно, не нужно, это второй вопрос. На них сразу навалились органы правоохранительные, в том числе прокуратура, то есть надзорные органы, и стали их там просто мучить, а насколько вы легитимная организация. И хорошо, что на первом собрании был в том числе активист из территориальной профсоюзной организации, то есть у нас есть первички, есть территориалка. Вот из территориалки Санкт-Петербурга приехал человек, и конкретно было нормально проведено собрание, под протокол все было заполнено. И вот этого достаточно для надзорных органов, чтобы этот профсоюз считался действительным. То есть, чтобы создать профсоюз, надо 3 человека, чтобы они в одном месте собрались, и под протокол это все. Еще раз говорю, возможно, такого не будет, но конкретно мы в профсоюзе с этим столкнулись, что вы можете оказаться под таким прессом, что вас просто признают нелегитимными и всю эту борьбу завернут просто потому, что иной коллективный орган или профсоюз будет недействителен. Но это еще не все. То есть вы должны понимать следующее, что когда вы создали вот этот орган, вы должны понимать, вы будете бороться и вы должны себя ощущать как коллектив, который этот коллектив будет продвигать какую-то, ну, двигаться к какой-то цели. И здесь надо сформулировать для вас, какие вы цели вообще перед собой ставите.
Чтобы вы, ну, вы учитесь в Красном университете, вам читает лекции профессор Попов, он участвует давно, консультирует различные организации. И вот основная цель, которую перед собой ставит, именно в экономической борьбе, да, мы запоминаем сейчас, что мы сейчас говорим об экономической борьбе, что эта цель – это подписание коллективного соглашения либо коллективного договора. То есть, что такое коллективный договор? Коллективный договор или коллективное соглашение – это не одно и то же. То есть, коллективный договор – это, там, допустим, 200 пунктов, 300 пунктов о каждом моменте работы на вашем предприятии. А коллективное соглашение, оно может состоять из 5 пунктов, 10 пунктов, либо дополнять, допустим, коллективный договор, либо соглашение об изменении коллективного договора. То есть в какой-то момент вы заключаете коллективный договор, вот вы заключили, на следующий день уже можно вступать в переговоры по изменению каких-то положений в коллективном договоре. Либо вы заключаете коллективное соглашение. Вопрос, что же сразу заключать, коллективный договор или коллективное соглашение? Чаще всего не поднять сразу коллективный договор. То есть это настолько серьезное мероприятие, чтобы каждому работнику объяснить, что такое коллективный договор, эти все пункты в коллективном договоре. Желательно себя, именно свою организацию, свой новый профсоюз или же совет трудового коллектива проверить на коллективном соглашении, которое будет состоять из 7 пунктов. Но все понимают, что это такое, это важно для всех. И они готовы, весь коллектив, прячься за эти 5-7 пунктов, и они будут понимать, что это такое. Но опять же, для того, чтобы в это во все вступить, я еще раз отхожу назад, вы должны быть именно организацией. Вот этого не хватает, в принципе, везде. Итак, у вас прошли лекции по диалектике, да, вы до сущности уже, я насколько видел, уже дошли до сущности. Соответственно, итак, у нас... Определенное наличное бытие – это вот профсоюз, допустим, медицинских работников под названием «Действия». Да, это определено, что это медицинских работников, понятно, что это профсоюз. И вот это мы откидываем, да, отрицаем, проникаем в сущность. И что же мы видим в этой сущности? Ну, что мы там видим-то? То, что не видно на поверхности. Да, звучит здорово, вот даже флаги с флагами где-то там ходят, мелькают, ролики записывают. А в сущности-то это вот один профсоюзник Бобинов, председатель профсоюза, который на себе тянет этот профсоюз. И как по сути, по сущности, это не является профсоюзом, потому что сущность любого профсоюза, как мы знаем, это коммуна. То есть это группа людей, объединенных со своими все ресурсами. То есть, во-первых, это коммуна, у нее свои ресурсы, и плюс, если рассмотреть каждого человек в этой коммуне, ну там, да, мы понимаем, что сущность, это можно отрицать, отрицать, отрицать. И вот отрицая, отрицая, мы можем рассмотреть каждого человека в этой коммуне и рассмотреть, в принципе, его ресурсы. То есть, если мы, да, проникаем в сущность профсоюза и видим, что там единственный профсоюзник – это Бобинов Григорий Вячеславович, то есть я, который там пишет все какие-то заявления по каким-то инстанциям, еще чего-то, и видим, что у него ограниченные ресурсы по времени, у него там семья, работа, все это дело свободное от всего этого времени, у него совсем сжато все, мы понимаем, что и нефиг с ним там и бороться. То есть мы его сейчас поддавим, и он сам поплывет при любой активизации какого-то процесса, а также будет понятно, что все выдвигаемые лозунги – это пустое, потому что нету ничего за этим Бобиновым, и просто это пустое. И другой момент, когда мы, да, отрицаем вот это наличное бытие определенное, проникаем в сущность и видим, что там коллектив. Причем коллектив, допустим, организованное ядро там в 10 человек, вокруг сторонники, которые проводят идеи этого ядра, сочувствующие почти весь коллектив, и, естественно, 10%, которые всегда против, либо за начальство, либо имеют чего-то. То есть... При организации работы, вот еще вот есть еще такой момент, знаете, меня коллектив не понимает, люди там непонятные, там люди не те, вот раньше были люди и тому подобное. Такого нет. То есть вы должны понимать, что люди везде одинаковые, и при правильной организации работы, при постановке задач, требований, вас люди поддержат. То есть вы должны понимать, что в коллективе есть до 5% людей, которые вот с вами пойдут до последнего. Много ли это мало? То есть, ну, если коллектив 100 человек, это, соответственно, 5 человек. Если коллектив 1000, то 50 человек. А 50 человек – это просто
по большому счету два взвода, с ними вообще просто можно сделать все, что угодно. Соответственно, надо понимать, что когда организуется какое-то ядро, и есть, и вы понимаете, что в вашем коллективе есть сочувствующие проводники ваших идей, таких тоже достаточно много, то людей, которые будут вам сочувствовать, будет еще больше и за вами потянутся. То есть при возникновении чего-то все будут понимать, что есть вот ядро, и, соответственно, есть ядро понимающее, есть за кем идти, и за вами люди пойдут. Еще раз говорю, на моем личном опыте, да, я 3 года ходил за людьми, объяснял, но когда возникла ситуация, ну, как бы считал, что меня не особо понимают, как бы, и это оказалось, просто меня не понимали, было не нужно. Когда стало нужно, люди обратились ко мне, и получилось все, что получилось. Ну, то есть итогом сейчас у нас коллективных действий это стало увольнение главного врача администрации, ну, с ее там администрации, и начальника райздравотдела Выборгского района. За счет коллективных действий всего лишь одного отделения скорой медицинской помощи в 114 человек. Итак, что такое, во-первых, ну и надо понимать, что для того, чтобы вести что-то, нужна организация. Так вот, организация внутри должна быть как-то организована. То есть, если, ну, у всех могут быть любые понятия по тому, как организовываться, но, во-первых, надо определиться, если вы собрали какое-то ядро, ну, как бы друзей, там, сторонников, вот прямо вот такое ядро друг за друга, то вот такие вот принципы, они очень важны для того, как вы будете в дальнейшем существовать. То есть вы должны договориться о принципах, на каких вы будете существовать. Именно ядро. Я не говорю там за всю организацию сразу, а именно ядро. То есть вот эти, вот знаете, вот это, один за все, все за одного мушкетера, это как бы, вот здесь это не лишнее. То есть вы должны сказать, да, ребята. То есть, допустим, недавно были в Москве такие действия, когда начали давить на одного из активистов, они перед этим договорились, что мы один за все и все за одного, и когда его вызвали в администрацию, то сразу пришло 20 работяг, и когда 20 работяг заполняют кабинет, знаете, как, когда ты начальник, тебе сидеть совершенно неуютно, и как бы ты начинаешь теряться, кто же здесь организатор, и почему тебе лом на ногу упал именно этот, и именно в этот момент ты даже не уследил уже там. То есть, когда вот это один за всех, все за одного, и пришли 20 человек, и давление сразу на этого активиста ушло. То есть хотя бы вот этот момент уже как бы играет. Второй момент, вот эти принципы. Ну, я представляю профсоюз действия, соответственно, мы в Санкт-Петербурге, у нас есть активная группа, и мы тут собираемся, и собирались, и решали на протяжении некоторого времени, какие же, по каким принципам мы будем общаться. И вот мы выделили для себя, ну, во-первых, мы миссию решили, что же такое, да. И вот принципы, вот я их переписал сейчас, чтобы не забыть. Безопасность, взаимоуважение, результат, отчетность под отчетность, профсоюзная дисциплина, коллективизм, солидарность и равенство. Причем тут такой вопрос-то, то есть мы можем провозгласить, например, принцип безопасность, да, но при этом надо спросить у каждого, а для тебя-то чего значит эта безопасность? То есть мы должны каждый как бы встать, не встать, но каждый должен сказать в вашей организации, а что для него безопасность? Потому что когда ты просто делаешь лозунг, оказывается, для одного безопасность одно, а для одного равенство одно, для другого другое. То есть вот эти вот принципы, и о них надо договориться в самом начале. Если вы не договорились, то, соответственно, в дальнейшем могут быть возникнуть вопросы и сказать, ну, извините, ребята, как бы я вас подвел, но мы об этом не договаривались. Ну, и как бы, ну, мы на данный момент в нашей территориальной профсоюзной организации активисты считаем, что вот этих вот 8 принципов на данный момент достаточно для нормального функционирования организации. Опять же, когда создаем профсоюз, это же организация, возникает вопрос, допустим, об отчетности и подотчетности. Да, нужна отчетность, подотчетность, малая бюрократия нужна. То есть, конечно, хотелось бы, чтобы она не росла, но все равно, то есть, пришли на собрание, повестка уже должна быть. Если у вас нет повестки на собрание, соответственно, собрание переходит, черт знает во что, это растекается на 4-5 часов, без регламента, без всего, ну и как бы обычно никакому консенсусу не приходишь. Второй момент. Протокол вести надо? Надо. Отчетность под отчетность. Сроки поставили. Контроль сроков исполнения. То есть без этого организация не может существовать в принципе. Если это все спущено на самотек, то есть
ну ладно, ребята ответственные сделают, а он может забыть или еще чего-то. Затем, при организации вот такой организации, вы должны понимать, что, ну вот как конкретно о профсоюзе еще должен сказать, нужно ли оформляться юридически, то есть вот эти юридические бумаги, нет, не надо. То есть вот эти вот юридическое лицо надо оформлять, если вы начинаете как бы манипулировать как-то деньгами, то есть счет открывать и тому подобное. Федеральный закон 10, это, ну вот, не нужно для организации профсоюза, это лишнее. Ну, например, мы в, свое, ну, в своей организации, Рабочей партии России, ну, у нас есть конкретное. То есть, если ты открываешь счет, то на этот счет в год надо тратить примерно, ну, обслуживание этого счета до 100 тысяч. То есть, в месяц вроде немного, а на год это выходит где-то около до 100 тысяч. Но я даже считаю это ненужное, особенно когда вы только начали создавать организацию. Но при этом деньги на коллективные, ну, на это надо... ну, как бы собирать. Но при этом надо понимать, что как только у вас появляются деньги, отчетность должна быть вообще просто, не должен никто подкопаться. То есть, решили потратить деньги по протоколу, там, собрание такого-то числа, такая-то повестка, решили потратить и это. Ревизионная комиссия, которая проверяет этого кассира, который собирает и выдает эти деньги. Потому что любую организацию, общественную, необщественную, можно развалить как раз через это. К вам входит в организацию любой человек, и он имеет на правах равенства потребовать отчетности по финансам. А у вас там черт знает что в этих финансах. А это повод закрыть вашу организацию полностью. Ну так вот, у вас есть организация, да, еще раз говорю, для того, чтобы создать профсоюз, не надо никакого юридического лица, это все лишнее. Можно, например, создать первичку и стать выше, то есть, например, ну, для профсоюза действий очень все легко. У нас есть большая организация центральная, у которой есть юридическое лицо, мы создаем первичку, и, соответственно, если надо какие-то вопросы решать с юрсчетом и все остальное, соответственно, юрлицом, соответственно, мы туда обращаемся, и за нас это все делают. И здесь надо понимать, да, что если вы отдельный профсоюз, вы отдельный профсоюз. Если вы вступаете в другой профсоюз, то вы считаете же первичкой этого профсоюза. И опять же, у первички есть любой вариант, это в любой момент выйти из этого профсоюза и стать отдельным профсоюзом. И вступить в другой профсоюз. Потому что профсоюз это коммуна, решают люди, вам с этими неудобно, цели разошлись, планы разошлись, вышли, вступили в другую организацию. Все. Либо сами представляете, окрепли сами по себе организацию. В принципе, если есть солидарность, да, между такими крепкими организациями там, на уровне Санкт-Петербурга, это было бы самое то. Итак, вы собрались, вы проговорили, да, какая у вас миссия, на каких принципах вы работаете, и решили, что у вас такая-то повестка. Здесь надо сразу же думать о том, о своих целях. Ваша цель – коллективный договор. Вам надо написать, в принципе, либо коллективное соглашение проработать, либо коллективный договор. В принципе, коллективный договор можно сейчас написать за один день от начала до конца. Для этого на ресурсах, соответственно, Рабочей партии России, Красного университета есть уже готовые коллективные договоры. Лучше всего идут, ну, именно проработанные договоры коллективные, это докерские договоры там 2007-2008 года. Там очень много всего вкусного, то есть вы берете этот коллективный договор, исправляете название своего предприятия и просто под себя, ну, смотрите, какие пункты вам идут, какие не идут, вычеркиваете. То есть просмотреть этот коллективный договор в вордовском формате можно за день и как бы предоставить на обсуждение ваш какой-то иной коллективный орган, там, в профсоюз и тому подобное. Здесь возникает как бы критика со стороны, опять же, левых, да что это такое, надо садиться всем и писать от начала до конца, это мы уже проходили. То есть, если мы садимся кагалом человек в 5, мы уже зависаем очень надолго. То есть, мы вот этот коллективный договор, чтобы очень надолго понимать, насколько, это примерно на год. Вот этот документ можно растянуть на год. То есть вот мы собрались и начинаем по одному пункту. Как вам этот пункт? Как тебе этот пункт? Как тебе? Давай вот эту строчку изменим, давай вот эту строчку. Итак, вы сейчас проходите диалектику. Соответственно, вы должны понимать, что развитие идет от целого к целому. Мы это помним, да, от простого к сложному, но от целого к целому. То есть
хорошо бы сразу представить на обозрение целый документ, и в этом целом уже, то есть уже все видят, вот он, вот это начало, вот это конец, вот это середина, давайте, мы все это прочитали, давайте вот это выбросим, это изменим. Так всегда идет быстрее намного. То есть возникает вопрос, что первично, яйцо или курица, да, это диалектический вечный вопрос. Спрашивается, а что, яйцо это не курица, это что, котенок там или еще кто-то, ясно, что это... Тоже курица, все идет от целого к целому, от простого к сложному. Соответственно, написать коллективный договор может один человек. Ну, максимум два, если один диктует, второй, ну, просто сидит за плечом, вот это вычеркни, это вычеркни, это добавь. Все это можно сделать за один, ну, за два дня максимум, то есть это очень легко. А дальше ты обсуждаешь. Но опять же говорю, критики говорят, вот рабочие это не поймут. Здесь возникает вопрос, с чего лучше начать? С коллективного соглашения или коллективного договора. Сейчас придет Михаил Васильевич, он вам будет рассказывать следующее. Вы берете коллективный договор и делаете выжимку из коллективного договора. Что такое выжимка из коллективного договора? Вот у меня коллективный договор, например, у меня состоит из 323 пунктов. Соответственно, я выделяю всего лишь 7 пунктов, вот просто, а лучше 5. За которые пойдут все, которые всем понятны. И с этой выжимкой я могу, в принципе, обойти все предприятие, и довести до всех, что это такое. Все скажут, да, классный коллективный договор, мы за тебя, тому подобное. Возникает единственное но. Пока ты ходишь под предприятие и что-то там распространяешь, тебя ставят на карандаш, и когда ты доходишь до последнего цеха, до последнего рабочего и тому подобное, ты оказываешься за, потому что тебя уже вычислили, потому что люди работают внутри, кто-то ходит, кого-то баламутит, и с ним надо разобраться, и ты оказываешься в стороне. И получается опять то же самое, когда ты смотришь на вот это вот, на то, что происходит, получается опять это, ну как бы акции одного человека. То есть сущность этой акции, это вот один человек решил завести весь коллектив и поднять, и добиться там всех. Нет, с этого начинать не надо. На первом месте должно быть, когда вы организовались, безопасность. То есть вы должны понять, что вы должны остаться на этом предприятии. За вами семья, за вами дети. Вы должны работать, улучшать, но не один, а в составе какой-то команды. Так вот, за безопасность давайте поговорим. Безопасность – это очень важно. То есть вас не должны за это время уволить. То есть сейчас по новому законодательству вас могут уволить в течение 6 месяцев с момента, когда вы совершили какой-то проступок. То есть когда вы попадаете на карандаш, мотается пленка назад на 6 месяцев, и «О, товарищ, а 6, ну там, допустим, 5,5 месяцев у тебя было такое-то нарушение, вот тебе выговор за него». А 3,5 месяца назад у вас вот такое нарушение, и мы вам тоже объявляем выговор. Ну, извините, но мы только узнали. 2 выговора, все, до свидания, идите отсюда. И вот вы уже не член, ну, как бы не сотрудник, не рабочий этого предприятия. Соответственно, когда вы организовались, первое, что надо делать, ну, надо затаиться. То есть вам надо набрать силы и понять, вот вы собрали 7 человек, распределить должности. Ну, какие должности мы рекомендуем на данный момент? То есть должности должны быть такие. Вот вы пришли на собрание, ну, вы представляете собрание, и вы видите, вот сидит главный у вас, то есть у вас должно быть параллельно, да, на этот, соответственно, вы председатель правкома, затем сидит экономист. У вас должен быть человек, который понимает что-то, либо у него есть знакомый, который понимает что-то по экономике, то есть... Вы должны понимать, как живет ваше предприятие экономически, какое место занимает и тому подобное. Третье, финансовое, да, то есть у вас должен человек, который с помощью себя или с помощью своих родственников, либо знакомых, а таких сейчас полно этих финансистов, экономистов, юристов. Ну и, соответственно, у вас должен быть, ну, условно, да, отдел по охране труда, то есть ваш человек должен понимать, что и что. А юридический отдел у вас тоже. Ну, я условно говорю юридически, но хотя бы вот эти направления должны разрабатываться и ответственным по этим направлениям быть. Второй момент. Вы должны собрать документацию, которая есть у вас на предприятии. Она есть, она в доступе, вы просто не понимаете, что это вам нужно. Первое, что должно быть у вас, это должностная инструкция. То есть, если вам приходят и вас хотят уволить, то есть первое, это вы не исполняете свою должностную инструкцию. То есть как только вы начали борьбу,
У вас уже перед глазами должна быть должностная инструкция, чтобы вам не подкопались там, что вы должны быть. О, а я забыл, я же должен там, ну условно, да, отвернуть эту гайку и сдать ее такому-то товарищу, пока я не сдам, это считается нарушением, чтобы вам не объявили выговор. Второй момент – это вообще собрать всю документацию, которая есть. То есть, допустим, вы собираетесь биться за коллективный договор. Да может, у вас этот коллективный договор есть, и тот коллективный договор, который вы написали, он в подметке не годится тому, который у вас существует. Потому что тут недавно, например, мы столкнулись с такой ситуацией в одной из больниц, когда у них есть коллективный договор, он подписан, и там некоторые статьи еще с тех времен, то есть еще с 80-х годов, когда членов профсоюза можно уволить только по согласованию с правкомом. Представляете, это с тех. И вопрос, надо ли изменять или не надо изменять. Конечно, не надо изменять такие вопросы. То есть коллективный договор нужен. Должностная инструкция нужна. Затем вы должны уже подготовиться. То есть у вас внутри должна быть инструкция, что делать, если на вас накатил работодатель. То есть непосредственно у нас в профсоюзе действий есть инструкция для... Ну, она условно названа новичков, но я ее тоже периодически перечитываю. Что надо делать, если... вам объявляют взыскание. То есть, чтобы объявить взыскание, там целый порядок. То есть, вы должны дать объяснительную. У вас есть два дня рабочих на то, чтобы написать эту объяснительную. То есть, не так, чтобы вот мы, например, профсоюзники знаем, вот, например, подцепить как. Вот ты это не сделал, иди там, пиши объяснительную. Или просто все, тебе выговор. То есть, нарушена процедура. И когда ты пишешь сразу объяснительно, вот с таким лицом, с давлением 180, там напишешь, черт знает что. У нас в профсоюзе по-другому делается. То есть, тебе дали это, ну, сказали писать объяснительно. Ты пишешь, вот такая есть уловка, пишешь, например. Товарищ такой-то, ну, там, главному трудодателю. Я не отказываюсь давать объяснительно. Ну, я не понял, по какому поводу я должен давать объяснительно. И даете с входящим. Вам ставят с входящим, что да, такая была. И вам уже письменно через сколько-то дней выдают, по какому поводу вы должны дать объяснительную. Чаще всего, когда такая бумага поступает, им уже и сказать нечего. Они говорят, да ладно, тут начитался там, все, не будем себя. Но если вам дают такое написать, то вам после того, как вы получили, поставили, что я получил такого-то, ну, допустим, 16 числа, у вас только-то даже важно часы написать, когда вы получили. Соответственно, получили вот это вот, на что вы должны дать объяснительное. Так вот, с этого момента у вас есть два рабочих дня для того, чтобы написать эту объяснительную. Внимание! То есть, прошло уже примерно так, вот кидаем где-то дня 4, а может быть и недели вместе с выходными. И за эту неделю, и там даже 2-3 дня, вы успокоились, вы проконсультировались со своим профсоюзом, правкомом, юристом, знакомым юристом, со знакомым юристом, просчитали всю эту ситуацию на два шага вперед и написали объяснительную. И чаще всего после этого уже не на что объявлять выговор, если опять же вы знаете. При этом в профсоюзе еще вот такой момент очень важный. Вы должны договориться, что за что вы точно будете вписываться, за что не вписываться. Если человек прогульщик, если человек алкоголик и наркоман, вы должны сразу сказать, мы за это вписываться никогда не будем. То есть, если ты напился и пришел на работу, все, профсоюз здесь в стороне, мы с тобой как бы, мы подпишем его документ, мы против алкоголика. Потому что эти люди садятся на шею, во-первых, это сразу проигрышные дела в судах, а во-вторых, это просто, ну, как бы, вот такая вот тема, еще раз говорю, это надо сразу проговорить у вас, когда вы делаете эту организацию. Тем самым, смотрите, вы, вот такая инструкция по защите профсоюзника, ну, или активиста, или любого члена вашего профсоюза. Следующее, что вы должны понимать, когда вы вот это все завариваете, вы должны понимать, что вот срок жизни активиста на предприятии, именно когда он активист, до 2 лет. Чаще всего это как бы год с небольшим. Почему такое бывает? Активисты быстро перегорают. То есть, как только этот активист проявляется, и когда он не чувствует поддержки, то есть ну, нету поддержки снизу, не организована именно организация, то этот активист перегорает последующим. Меня никто не понимает. Это вот первое, да? Второй момент. На него постоянно сыпятся какие-то шишки. Его сразу же лишают премии по различным каким-то моментам. И если он не связан с коллективом, то выгорание приходит очень быстро. Второй момент. Надо понимать, что вот эта вся деятельность, она идет в нерабочее время. А в нерабочее время
сейчас многие работают по 12 часов, работают сутками, работают на двух работах, плюс есть семья, плюс еще чего-то. И если понять вот ресурс этого активиста, он очень ограниченный, и этот ограниченный ресурс, он быстро заканчивается, особенно когда у тебя вообще заканчиваются средства к существованию, потому что ты не можешь без премиальных на данный момент существовать, потому что на многих предприятиях премиальная часть до 70%. Поэтому, еще раз говорю, первое, на чем должно строиться, это как раз на безопасности. Ну и от перегорания активиста есть одна такая вещь, это, во-первых, тебя должен поддерживать коллектив. То есть, когда ты в коллективе, когда ты заранее договорился, есть поддержка, это вот классно. Второй момент, это должна быть еще сверху профсоюза, должна быть еще какая-то организация. Но на моем опыте это партия. То есть, я состою в Рабочей партии России. Соответственно, у меня есть подвижники, которые меня поддерживают в моей борьбе, как бы наставляют меня. И, опять же, это мой большой ресурс. То есть, если мне, например, надо, то... Если мне надо, то, допустим, был момент, когда партия просто взяла и выпустила газету, которая называется «Красный доктор». То есть у меня ник в социальных сетях «Красный доктор». Соответственно, под таким названием вышел спецвыпуск «Красный доктор» для продвижения именно профсоюза по стране, для понимания ситуации, что такое профсоюз действия. То есть чувствуете ресурсы, да, вот они ресурсы. Много ли это, мало? Ресурсы, их много, если опять же сесть коллективно и подумать, какие у каждого ресурс, какие человека час. Договорю вот мою мысль про ресурсы. Вот смотрите, вы пришли на собрание, перед вами администрация. Как только вы начинаете активные действия, администрация бросает все свои дела и начинает вас прессовать. То есть у вас свободное от работы время, а у них все рабочее время, это ваше, это вот оно нападает на вас. Соответственно, если вы коллективом боретесь, в моем случае это было сразу 15 человек, то, соответственно, ну вот мы, ядро было 15 человек, то 15 человек, у них у всех очень много ресурсов, и вот эти вот мы подавили, по большому счету, всю администрацию задавили. При этом мы нарисовали план компании, и действуя по плану компании, мы просто уничтожили, ну, съели все ресурсы администрации. Теперь, что касается авангарда, да, вы учитесь в Красном университете, авангард рабочего класса. Это все распространяется на любую общественную деятельность, потому что понимаем, да, что общество – это тоже материя. Вот то, что касается, вот, допустим, понятия авангарда, это касается то же самое для коллектива. Вы должны понимать, что если за вами идут люди, значит, вы авангард. Если вас никто не понимает, значит, вы отдельный отряд. Вы должны вернуться назад и спросить у людей: люди, чего вы хотите-то? Почему вы не идете за мной? Они вам скажут: а мы тебя не понимаем. Ты говоришь: давайте выполним 134-ю статью. Мы ее почитали, мы ее не поняли. И ты тут понимаешь, что ты просто, начиная борьбу, коллектив вообще не... Вот есть 7 пунктов, вроде бы они вкусные все, но только для тебя вкусные, только они тебя понимают. И здесь возникает вопрос: а как же всех людей подвести к единому знаменателю, чтобы они понимали, да, допустим, вот вы пришли сюда, я не знаю, сколько из вас людей слышали про коллективный договор. Вот я когда пришел в профсоюз 4 года назад, там, ну 5 уже сейчас будет, 5 лет назад пришел в профсоюз, про коллективный договор слышали единицы. Что это конституция предприятия, да вообще никто не понимал. Вам давали нам подпись коллективный договор? Да я подмахну какие-то, а ты читал? Нет. То есть, понимаете, то есть, сколько времени уйдет у вас на то, чтобы объяснить людям про коллективный договор? То есть, опять же, возникает вопрос, вот, например, спрашивают у активистов: скажи, пожалуйста, какие такие надо сказать слова, чтобы этот человек за 10 минут за тобой пошел в огонь и воду, вот какие такие слова? Вот я стою с газетами на проходной, вот он проходит, вот он взял газету и разговаривает со мной, а ему а-ча-ча-ча, а он меня не понял и ушел. Вот где вот эти вот, что нужно сказать? Вот это один и тот же вопрос. Объясняю, нет таких слов. Чтобы более-менее людям разжевать одно, второе, третье, четвертое, понимаете, это надо потратить месяца 3. А у вас своя жизнь, у вас это. Возникает такой, знаете, вот, а как же это сделать? И вот в профсоюзе действий и в других организациях найден, подсмотрен и уже опробован такой момент, как социальная сеть и
паблик, например, подслушано на том, на таком-то предприятии. Вот это сейчас палочка-выручалочка. То есть вы организовываете страницу, но при этом думаете о безопасности. То есть если все видят сразу, что это вы организовали страницу, скорее всего, вас сразу съедят. Но у вас у всех есть дети, племянники, друзья, которым, слушай, организуйте себя вот эту страницу. И потом вы ходите в администраторы, и в дальнейшем, там, например, ВКонтакте можно поприглашать по 40 человек в день. Ну и приглашайте от имени администратора людей. А внутри этого паблика то, что касается конкретно вашего предприятия. То есть все, чтобы понимали, что... То есть прописывайте миссию, что мы за работников такого-то там хлебзавода. И все понимают, что это создали работники этого хлебзавода. Их приглашают. Их конкретно там... Вот, кстати, от меня там я сразу продаю. Чтобы туда побольше людей назвать. Это, например, с днем рождения поздравить. То есть будет интересно, а где тебя поздравили? Да вот какой-то паблик открыли меня там сразу с днем рождения. И все будут хотя бы поздравили меня или не поздравили с днем рождения. И вот этот паблик делается по следующему принципу. То есть это не должно быть никакими флагами окрашено. Потому что если вы сразу окрасите красным флагом, сразу отвернутся. Ну такая вот у нас сейчас. У нас же буржуазная идеология. Знаете почему? Ну вы в Красном университете учитесь. Знаете почему буржуазная идеология? Соответственно, там должно быть понятно, что... Какая-то сплетня, все люди, надо что-то интересненько, но при этом вы должны каждый третий, четвертый пост сделать по тем проблемам. Например, у нас нарушается такая-то статья Трудового кодекса, нам не выдали спецодежду, а должно быть то-то, сё-то. Должно быть конкретно, сколько должно быть вот в этом посте. То есть вы должны понимать, что больше двух абзацев чаще всего это не будут читать. Потом должно быть какая-то голосовалка, хорошо бы. То есть если человек... прочитал это, вот, допустим, пост, ну, там лучше пост один в день, да, вы прочитали, потом какой-то мем, какая-то картинка интересная, и потом возвращение опять. А как вы считаете вот по тому посту? То-то, 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 это. Человек возвращается, продумывает, делает свой ответ. Опять же, не надо лайкать от своего имени там ничего, потому что это опять же безопасность. Если лайкают все, лайкайте и вы, ну, понимаете, да, пока вы раскручиваете этот файл. Сколько раз надо прогонять один и тот же материал? Во-первых, у материала сразу должны на неделю, на две запастись, чтобы у вас было постоянно, то есть, ну вот, запаслись материалом, открыли это, и как бы приглашают людей, и у вас там постоянно все смотрят, о, прикольно, какие-то люди стараются для нас, тому подобное. В дальнейшем вы одну и ту же тему можете поднимать один раз в три месяца точно, потому что один не прочитал, здесь пропустил. И к общему консенсусу вы можете прийти где-то месяцев, ну, по моим наблюдениям, где-то месяцев через 6. То есть вы должны понимать, да, вот это профсоюзный карантин, когда вас могут притянуть за 6 месяцев, ну, какой-то ответственности, да, вот по нынешнему трудовому законодательству. И 6 месяцев вы будете раскручивать вот этот паблик, объясняя в нем положение своей выжимки, например. Ну, например, да, там, что вот это по закону, а вот начальство делать не по закону. Отклик какой-то, собирать людей и тому подобное. Поэтому, когда вы появитесь с какими-то листовками или на коллектив, да сколько же можно терпеть, тут вы как бы и всплывете и скажете, ребята, надо организоваться вот-вот-вот, и все уже будут знать, что да, что нужен коллективный договор, либо коллективное соглашение, что перед этим надо провести конференцию, о чем сейчас расскажет Михаил Васильевич Попов. То есть он как раз расскажет о том, что надо делать, когда у вас уже все есть. Опять же, что надо в коллективном соглашении в первых рядах, что делать в плане защиты. Должны вы продвигать такой пункт, как увольнение работника по согласованию с правкомом, профсоюзом, комитетом, советом трудовым коллектива, то есть вот с этим органом. Почему? Есть два порядка. Это учет мнения и согласование. То есть, если с учетом мнения, если как бы не совсем бестолковый руководитель его юридической службы, они учтут мнение, выбросят его и уволят. А если по согласованию, пока согласование не пройдет, то, соответственно, этого работника невозможно уволить. Большинство здесь я вижу с возрасте, большинство были в Советском Союзе, и большинство помнит внутреннее такое чувство спокойствия за завтрашний день. То есть я когда жил в Советском Союзе, у меня было, знаете, внутри все спокойно.
За меня впишется вся страна. У меня все предрешено, я все знаю, что будет. Даже если ничего не будет, все будет хорошо в целом. Как только начался капитализм, внутри вот это вот засело чувство, ты не уверен за завтрашний день. Так вот, если у вас на предприятии будет коллективное соглашение, в котором будет прописано, что вас могут уволить только по согласованию с вашим представительным органом, в который вы входите, у вас будет вот так вот, теперь мы делаем все, что хотим. А внутри вот это вот чувство, что да, теперь мы выдвигаем требования, мы там объявляем опять же эту забастовку, и пока проходят эти 42 дня, то есть по нашему законодательству от момента, да, начала вот этих вот конференций до того, как можно объявить забастовку, вот этот срок 42 дня тебя просто как бы не уволят, и ты будешь спокоен за свою дальнейшую судьбу. Так. Но при этом мы можем уже... Надо перерыв делать, да? Через 5 минут? Отлично. Я быстро говорю. Но при этом мы должны понимать, что в Трудовом кодексе мы, в принципе, как мы сейчас решили в своем профсоюзе, можно и не дублировать, да, вот эти все органы, да, то есть направление понимать, но органы в своем профсоюзе не дублировать и не заниматься работой, потому что вот этой вот работой все-таки куча других дел, которые хочешь заниматься, но можно распределять обязанности. Вот такой вот подсказка. Например, подходишь к человеку и спрашиваешь, сколько ты можешь тратить на профсоюз? Он такой задумывается, а у тебя единственное, ты можешь на профсоюз тратить 10 минут в день? Да я там в этих вот сижу по часу. 10 без вопросов. Ну все, короче, твоя задача, вот смотри, вот стенд, ты просто распечатываешь тот материал, который тебе дают, приходит, и вешаешь в стенд. Нормально? Нормально. А у тебя 10 минут на следующий. Вот статья к тебе приходит, твой ресурс это Telegram, ты в Telegram на нашу этот отправляешь эту статью. Да блин, это быстрее сделал, все, больше не надо. Все. А если это распределить на все, то получается, что просто распределив, получается, что вот оно, опять же о ресурсах, о грамотном распределении. Следующий момент это то, что вот я специально вот здесь вот открыл, значит, Трудовой кодекс. К чему мы стремимся? Я вам рекомендую все-таки прочитать хотя бы эти 13 страниц. То есть глава 2 заканчивается 53 статьей. Так вот, 53 статья, читаю. Что вам, какие у вас гарантии там по 53, блин, зависло. Сейчас откроется. 53 статья, смотрите, что вам гарантирует. Иные формы. Так. Представители работников имеют право, смотрите, имеют право получать от работодателя информацию по вопросам реорганизации и ликвидации, введения технологических изменений, влекущих за собой изменения, подготовка дополнительного профессионального образования и по другим вопросам. А также они, в этой 53-й статье, гарантируют это проведение представительным органам работников консультации с работодателем, получение информации по вопросам, непосредственно затрагивающих интересы рабочих, обсуждение с работодателем вопросов работы организации, внесение предложений по совершенствованию, обсуждение представительных органов работников и т.д. и т.п. То есть участие в каких-то там органах, которых созданы. То есть возникает вопрос, а почему мне вот эту премию не заплатили, да, постоянно? А почему ему 20%, а ему 40%? С чем мы недавно, например, вот это недавний случай. То есть сам работодатель просто скидывает вот туда, вот куда-то вниз деньги на зарплату, а внизу люди какие-то решают. Вот коллектив отстранен от решения этих вопросов, хотя органы есть, но они не знают, что они там могут участвовать. А три прораба решают об этом. То есть они вот этим 40%, вот этим 20%, а уже из этой общей кубышки они просто себе сразу каждому по 400 тысяч. А если вот так вот троих умножить на 400 тысяч и разделить на всех работников, там каждому по 15 штук еще сверху могло бы капнуть. А для некоторых 15 тысяч, знаете, он как раз эти 10 и занимает, чтобы хотя бы поесть до конца месяца в связи со своими кредитами и тому подобное. То есть разговор о том, чтобы участвовать в этих органах, а для этого надо, чтобы было 50% коллектива плюс один голос, тогда вы представительный орган, и тогда вы можете входить и в планах совещательного голоса, о чем сказано в этой 53-й статье, участвовать. И тогда не будет вопросов, а почему? А потому что вы в этом не участвуете, вы сами отстранились от участия в своей жизни, а вы на работе тратите уже не треть, как раньше, и не четверть, как раньше. Вы полжизни проводите на работе и в этом не участвуете. Извините, пожалуйста, вот дополнение к вам. А 53-я статья обязывает работодателя давать
финансовую информацию о положении дел на предприятии. Я имею в виду бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о государственных денежных средств. Если это государственное предприятие, ну, должны, обязаны, если это государственное обязаны, там об этом написано, есть отдельная статья номер 8, там написано, что они обязаны давать. Но сейчас придет Михаил Васильевич и скажет: товарищи, пока вы не научитесь проводить коллективные действия, в том числе забастовку, никто вам ничего давать не будет. А для этого вы должны создать орган и объединить коллектив. И еще раз говорю, нету такого, что вас не понимают, ну, как бы, люди не те, просто вас не понимают. Вы должны определиться, вы авангард или отдельный отряд. Спасибо, перерыв, ждем Михаила Васильевича. Спасибо вам. Спасибо. Так, товарищи, к нам пришел на лекцию, сейчас будет говорить о том, вернее, лекция, а практическое занятие о том, как организовать забастовку, а главное, насколько она законна, это мероприятие, забастовка. И вот это нам огласил профессор. Вы все время подавали как незаконную ее тут, я так понял. А мы до этого не дошли. То есть мы сколотили организацию, которая все знает, все умеет, единственное, не знает, как правильно это все сделать. А главное, рабочие все ждут с нетерпением узнать, законно это или незаконно. От того, кто не все знает. Да. Понятно. Значит, дорогие товарищи, как всякое серьезное дело большое, оно требует предвосхищения результата. Результат забастовки может быть такой. А. Она успешная. Б. Она неуспешная. Значит, я хотел бы акцентировать внимание на том, что неуспешную забастовку можно легко превратить в успешную, любую. Значит, что такое успешное, я думаю, понятно. Если у вас была забастовка за принятие коллективного договора, вы забастовку выиграли, подписали соответствующий документ, а после этого подписали коллективный договор. А забастовку закрыли после того, когда будет подписан этот самый документ. А если не будет подписан, то и не закрывать. Торопиться убирать забастовку до того, как будет все формально и юридически зафиксировано, ни в коем случае не надо, потому что вы обманут. Вот, запустят, а вы уже все закончили, и у вас ничего другого нет. Единственное средство, которое есть у работников, действительно действенное средство, это забастовка. Потому что все остальное предполагает, что вы идите, как у меня дед говорил, приступочки считать. Будете ходить по этим, ну, всяким организациям, и жаловаться, платить юристам и так далее и тому подобное. Вот, и как вы понимаете, один работник перед лицом государства, диктатуры, буржуазии выиграть, ну, не может. Не может. Но если отдельные такие случаи бывают, это если государство, диктатура, буржуазии хочет, ну, как знаете, подкармливает рыбу, прежде чем ее начать ловить. Вот, побросают туда крошки, туда приплывут, а туда уже не воду нам тут вытаскивают. Поэтому, как вы понимаете, суд – это суд буржуазного государства. Он судит по законам буржуазного государства. Прокуратура следит за точным и полным соблюдением законов. Что касается вот комиссии по так называемой Ростроинспекции, я не знаю ни одного случая позитивного, чтобы она что-нибудь решила. Они приходят, шушукаются с работодателем. Хотя, видимо, там пьют чай или что-то еще, и в итоге вот такие решения. Не знаю, может, если кто есть. Вот, как-то там бывало, Михаил Васильевич. Если такое бывает, я очень попросил вот публичное мое обращение ко всем представителям Ростроинспекции, кто может мне сообщить о том позитивном деле, которое они сделали, я буду рад, буду это пропагандировать всячески. Беру на себя обязанность. Но пока вот до меня не доходило, потому что до меня вообще такие вещи доходят. Но то ли, так сказать, как-то скромные у нас эти люди, то ли не так много этих фактов. Во всяком случае, непреложным является то обстоятельство, что государство, диктатура, буржуазия осуществляет интересы какого класса? Буржуазия. А вы кто такой? Не из этого класса? Что пришли? Вот и все. И вы тоже... Случай могу рассказать про трудоинспекцию.
Это потом расскажет. Хорошо. Вот. А сейчас нам важно, так сказать, получить вот то, что я сказал. То есть, если вы выиграли забастовку, так, и, так сказать, не распустили свою забастовку, пока не подписали все, что надо, вот коллективный договор подписан, зарегистрирован, вот, так сказать, вот тогда вы можете считать прекращенное. Или условно прекращенное, на бумагах прекращенное, а так будьте готовы в случае чего продолжить. Но уже как другую, может, тогда вторую. А берем тот случай, когда вы бастовали, и ничем это дело позитивным вроде бы и не кончилось. Поэтому к этому надо уже приготовиться заранее, потому что если вы так много знаете выигранных забастовок, то расскажите. А вот мы знаем, что таких выигрышных забастовок раз-два и обчелся. Только очень организованные коллективы, очень сплоченные и очень подготовленные, и очень грамотные, такие как авиадиспетчеры, можете всю историю авиадиспетчеров изучать, чего только они не делали, какие только они приемы не испытывали. Вот для того, хотя им забастовать вообще все запрещено. Какие могут быть забастовки авиадиспетчеров? Поэтому они не бастуют, они или вот они ходили к врачу, они всегда же ходят к врачу перед работой. А перед этим так случалось, что они вот голодали от грусти. От грусти, что вот никак не решается проблема с коллективным договором. Ну, раз у них там как-то не все в порядке, вот у нас есть представитель медицины. Вот я к нему пришел, говорю, вот мне нужно работать. Он померил, вы что? Я что, должен из-за вас в тюрьме сидеть? Да вы сознание теряете, нет. Идите домой, ешьте. Не, я буду стараться. Не, вы примету сознания теряете. Сахар низкий, давление низкое. Идите отсюда. Но я не допускаю. Дайте каких-нибудь таблеток, и я пойду. Нет. Вы поняли. Это злодеи эти медики. Ни за что не пускают. Короче говоря, медики не пустили значительную часть авиадиспетчеров процентов 20-25. И на соответствующий процент закрылось воздушное движение России. Значит, как отнеслось к этому буржуазное государство? Ну, что надо делать? Государство – это же сила. Для диктатуры есть закон. Значит, начали требовать в судах разбираться. Ну, а за что судить? Вот судить-то он же меня не допустил. Значит, кого судить? Вроде и некого и судить. Тогда приняли такое решение. Вот авиадиспетчерам в Новосибирске запретили, в Новосибирском суде, запретили голодать. Это хорошее. Вот хорошо бы всему народу запретить голодать. Но это надо же обеспечить. И вот товарищ Ковалев Сергей Анатольевич, председатель этого самого, президент Федерального профсоюза диспетчеров, ну, он после суда выступил, сказал, мы народ законопослушный, профсоюз законопослушный, раз нам нельзя не доедать, будем переедать. И я вас уверяю, результат будет тот же самый. Вы готовы переедать? Сколько тортов можете съесть? Надо проверить. Вот проверьте, съешьте два торта и идите к Григорию Всеславовичу. Он сейчас скажет, вы что? Сахар высокий, давление высокое. Да пустите его! Нет. Ну как, у нас воздушное движение. У него давление не снижается. Что вы со своим давлением? Нам нужно грузы везти, нам нужно людей везти. Сознание там потеряет, инсульт нет. Ну это вот злодей. Это ужас вообще, что делать. Эти медики, они зарубают все на корню. Смотрите, уроки. Короче говоря, стали докеры передать. Не докеры, а диспетчеры. Я диспетчер передать, а результат был тот же самый. Так. Поэтому это же народное дело, забастовка. Это же смекалка нужна. А не просто я читаю, там, что написано в этом самом трудовом кодексе. Там все правильно написано, мы это все соблюдаем. Вариант второй. Значит, товарищи в Ростове-на-Дону, тоже авиадиспетчеры, придумали такую форму забастовки, которую можно везде использовать. Это бесконечное профсоюзное собрание. Вот вы сейчас здесь находитесь? Давайте вас еще возьмем, сопредседатели. Будет у нас профсоюзное собрание. Только отсюда никто уже не уйдет. До какого времени? Ну, пока не будут наши требования все
осуществлены. Вот. При этом там видели вход, вот там есть, и, а дальше уже закрыто. Ну, туда можно, у вас семья есть, пусть приносит еду. Там можете там открыться дверь, там, помахать своим. И так далее. Но я вам не сказку рассказываю, я вам рассказываю, так сказать, ситуацию, которая была в Ростове-на-Дону, и там товарищи, так сказать, начали профсоюзное собрание бесконечное, и они приходили, причем они где проходили, не так, как здесь как-то обстановка-то более закрытая, а прямо вот в зале, где народ, и они там сидят на этих самых креслах, где пассажиры, и оттуда никто не уходит. И выступают по очереди. Не, они ничего не выступают. Они требования-то дали, а зачем им выступать? Ничего не надо делать. Ничего не надо делать. Сидеть просто и все. Тут приходят жены, дети, кто плачет, кто что, кто зовет, кто мешочки приносит, все. Все интересуются. Ну, конечно, журналисты им. Это вообще не важно, что происходит. Важно обрисовать это все. Шум идет вовсю. И что вы думаете, сделала администрация? Там у них генерал был, ну, такой военный, но сейчас он на гражданке уже был в это время. И он решил, что мы с этими покончим очень быстро. В суд, и суд принял решение, такое взвешенное, я бы сказал. Значит, запретить проводить профсоюзные собрания с 23 часов до 8 часов. И вот эти самые авиадиспетчеры до 23 часов сидят в зале ожидания этого аэропорта. В 8 часов утра они все, голубчики, опять здесь. И им хорошо, но все-таки дома они выспались. Ну, там покормили немножко вечерком, с утра. И прекрасно сидят. В общем, кончил дело тем, что выгнали этого там генерального директора. Ну, выгоняли-то уже не авиадиспетчеры, просто кому нужен такой, который никак не может решить эту проблему. Вот, то есть тот, кто собирается решить проблему, тот ее решает. А тот, кто ее не решает, тот объясняет, почему у него это не получилось. Поэтому вот если тот, кто настроен на завастовку, не должен настраиваться на то, что он будет объяснять, почему это не получилось. Сколько можно аргументов привести, почему забастовка не состоялась? Ой, бесконечное число. А мы с вами, если сядем, так мы так столько напридумаем, что потом только разбегать, и сейчас все это расскажем, и все будут уже объяснять, почему они не поступили. То есть вот надо приготовиться к этому. Значит, что касается головок, там, понятное дело, люди пошли на то, что хорошо, будем передать. Хорошо. Меня однажды встретил товарищ, я привез материал с публикацией на конференции о проблемах как раз рабочего движения, в том числе забастовочных, которые в Нижнем Новгороде были. Меня встретил Сергей Анатольевич, говорит, а у нас сегодня... У нас сегодня спортивный день. Ну, я так как-то думаю, да, я вроде не за этим приехал, мне мало интересно. Да что, говорит, вы не понимаете, сейчас весь профсоюз бежит в этот день. И что? Ну, как что, весь профсоюз бежит, 5 километров, потом идет к врачу. Мерить давление. К врачу. Пустите меня на... Не, у вас давление 180. Ну, это пройдет. Нет, такое не проходит. Как не проходит? Только в больнице. Я вам сейчас еще скорую вызову. Скорую вызову. Работы, да. Вы, так сказать, у нас воздушное движение. В общем, из-за вас все это будет. Да, как обычно. Врачи виноваты, вот в чем дело. Короче говоря, тот, кто хочет выиграть забастовку, вот, это не забастовка все. По форме. Она не подпадает ни под какие вот другие. Ну вот я приехал потом к Сергею Анатольевичу, смотрю, у них уже помещение другое, и больше места, и зал хороший. То есть уважают кого? Сильных, а слабых? Михаил Васильевич, ну то есть вот эти вот, это было именно коллективное действие и не забастовка? Формально нет. Ну, получается просто коллективное действие. Почему просто? Ну, это люди не работают. Не просто, хорошо, коллективные действия. Коллективные действия-то в чем состояло? Что они не работали?
Ну, это же не забастовка. Ну, если не работали, значит, сказал, не буду работать, значит, не буду. В кодексе такого не прописано. Ну, как вы говорите, а зачем это прописывать в кодексе? То, что не запрещено законом, Григорий Вячеславович, разрешено. Я вам как профессор по кафедре экономики и права разъясняю. Все разрешено, кроме того, что запрещено законом. Не запрещено это законом. То есть бегать, есть, переедать, не запрещено. Все, что угодно. Думайте, думайте над этим еще. А как переедали? Вот в Новосибирске переедали. Вот вы съедите два торта, идите вот сюда. Короче говоря, стало закрываться там движение. Суд и судили авиадиспетчеров. И присудили что? Запретить переедать вот этим 20 человекам, которых судили. Выступает Сергей Анатольевич Ковалев. Вот эти 20 человек не будут переедать. А все остальные члены профсоюза и диспетчеров будут переедать. Ну, то есть, я, говорит, не могу им, я их не заставляю, но я не могу запретить. Ну, как он может? Председатель профсоюзного комитета может запретить? Вот я, например, как здесь выступающий в красном свете, могу запретить переедать? Не могу. Вы можете запретить? Вы целый вот семинар проводили, у вас авторитет. Можете запретить? Может. Ну, надо подумать. Подумайте. Подумайте, потому что жалко людей, поедят. Убедите. Короче говоря, настрой у тех, кто собирается бастовать, должен быть не на то, что вот мне дадут, ничего вам никто не даст, надо все брать. Вот и думать, как это сделать. Это значит, я рассказывал о том, когда формально ничего не делается, формально никакой забастовки нет. Могу сказать о забастовке докеров, там как раз все делалось сугубо формально. Вот. Константин Васильевич Федотов, который у нас закончил экономическое отделение в Лесотехнической академии, а потом у нас в университете был на повышение квалификации на курсах соответствующих и получил высшее образование юридическое. Ну вот он это все обеспечивал, чтобы все было грамотно отрегулировано юридически точно. Поэтому, значит, кроме того, что написано в Трудовом кодексе, надо это все соблюсти и бумажки все соблюсти. Никто никогда не проводит никаких арбитражей теперь, потому что трудовой арбитраж вы никогда не выиграете, потому что сидит представитель работодателя и представитель государства, то есть государство работодателя. Из трех углов два тупые. Поэтому как вы можете тут выиграть? Никакой не выиграете. Вот. Но было еще время такое, случайно так получилось, что вот тот представитель государства, который был моим дипломником в университете. Поэтому тут оказались от этого Кудрин, два острых. Кудрин который? Нет. Кудрин уже, нет, он у меня просто дипломником был, а этот был бы по-другому делу. Короче говоря, это исключительный случай, а обычный случай такой, что вы не выиграете. Поэтому не надо туда лезть, никакие. Дальше что такое приглашение посредника? Там тоже вот, значит, приглашение посредника, трудовой арбитраж, когда будет представитель государства и представители, и работников, и работодателей. А вот посредники... Да, кстати, в трудовом арбитраже должны быть люди не из состава этого предприятия, и не из состава работодателя из этого предприятия, и не из состава, ну, короче говоря, знакомые и знакомых, знакомые этих, и, так сказать, как бы они независимые. Вот вы от меня совершенно независимые, правильно? Ну, вот и так, и они независимые. Сюда же все независимые пришли, никто сюда силы-то не загонял. Ну, поэтому мы независимо и решаем, как независимо действовать, но всем вместе. Так, следующий вариант, это, значит, не надо соглашаться на арбитраж. Если одна сторона не согласна проводить трудовой арбитраж, его не будет, и все, никто не заставляет, нет в законе. Второе – приглашение посредников. Значит, будет... Посредник от государства, посредник от работодателей и посредник от работников. Ну вот я в этом участвовал, звонит мне из Дальнего Востока, председатель правкома дальневосточных докеров. Говорит, Михаил Васильевич, не можете быть у нас посредником? Да я-то говорю, могу быть у вас посредником, только вы, наверное, понимаете, что это я вот не пройдет моя кандидатура на посредника. Потому что я скажу... Ну, вы же там в университете, профессор, ну и что, это все знают, мы живем в открытом обществе, какой тут может быть разговор.
Но если вы хотите, пожалуйста, я согласен. И пропали, и молчат. Потом вдруг звонят. Нет, я им звоню, говорю, так а что вы молчите, что у вас там? А мы, говорит, все равно дали вашу кандидатуру. И так вот, они решили все-таки 2% оставить, ну, сверх инфляции. И ладно, и не стали этим заводиться. Поняли, что вроде тут собираются какие-то люди из других городов. Вот не... То есть, надежды тут никакой нету, но иногда вот получаются такие совершенно странные, но бывает так, что когда люди наступают, то они где-то могут и выиграть. А если они отступают, то они могут проиграть там, где они хотели. Но это уникальный случай про 2% сверхинфляции. Но он есть. Дальневосточные дочери 2% сверхинфляции. Сейчас тебе пишут 10, 15, за 30-ю. Но это повышение. А реального содержания? Так это и есть повышение реального содержания. 134-ю. 134-ю ничего не говорит. Она болтает о повышении реального содержания. Да. Она, она говорит, что она включает в себя. Да. Включает, ну, включает, что она включает в себя, констатирует, ну, что было. А 130-й прямо говорит, что государство гарантирует повышение уровня реального содержания зарплаты. А к чем она гарантирует? А ничем. Ничем. Потому что никто за эту статью ответственность не несет. Никто. Поэтому, вот скажем, вы скажете, вы нарушили. Нарушил. Дальше что? Ничего. В ГИД подам. Подавайте куда хотите. 5000 с вас. Вон. Господу Богу подавайте. Спорт-лакон. Выше уже нет. 5000 штрафа заплатите. Не за, не за что. Штрафа нет. Нету такого. Штрафа нет. Нету никакого наказания за это. Единственная, так сказать, статья, по которой, в Трудовом кодексе, за которую есть наказание, это за невыплату зарплаты. Уголовное преследование есть. Это есть. Поэтому, когда вот там, скажем, процедура просто... Вы остановили работу до выплаты зарплаты, то это все равно решается до. Потому что за этим следует дальше уголовщина со стороны работодателя. И в свое время Рогозин применил эту статью на Дальнем Востоке, при строительстве космодрома Восточный, 100 тысяч, так сказать, где-то там запрятали товарищи, строители, и не выплатили рабочим. 100 миллионов, не 100 тысяч. 100 миллионов, да. Да. Я старыми категориями старыми, да, да, да. А вы не современными категориями. Это современный миллион. Так, следовательно, так вот, товарищ Федотов со своей компанией сделал все строго по закону, и я вот, поскольку при этом присутствовал, как консультант тоже правкома докеров, оказывается, надо еще обязательно сходить. Там, наверное, вы заметили, когда читали в Трудовом кодексе, как надо организовывать забастовку. Во-первых, надо определить минимум работ во время забастовки. Забастовка предполагает обсуждение и решение вопроса двумя сторонами, враждующими, о минимуме работ во время забастовки. Например, привезли медикаменты, без которых, так сказать, народ поумирает в городе, а вы тут со своей забастовкой. Вы хотите, чтобы на вас вообще накинулся весь город? Но это не надо. То есть вот этот вопрос должен быть решен. Ну, как всегда, по этому вопросу, вроде как забастовка уже катится, а вопрос о минимуме забастовки не решен, начинать нельзя. И вот надо его как-то решить. И вот его решают через суд. Докеры обращались в суд, еще чтобы обеспечить забастовку, чтобы был решен вопрос о минимуме. А надо сказать, после этих забастовок... В принципе, есть типовые нормы вот этих самых минимума работ во время забастовки, которые имеются во всех министерствах, но они об этом молчат. Потому что если они будут вам рассказывать, вам захочется это так реализовать. Зачем вам это рассказывать? Они не обязаны рассказывать. Еще есть такая вещь, которая скрывается. Но поскольку делали реальную забастовку, а я тут присутствовал при этом, то я могу сказать, что идем мы с товарищем Федотовым в муниципальное образование, на котором находится ваше предприятие. Вот вы должны его обязательно поставить в известность о том, что в этом вот тогда-то начинается забастовка. Если вы его не поставили в известность, вас могут прижучить. Поэтому это нигде не написано. То есть вот будут преследовать за то, что вы там что-то нарушили, а этого нет. Ну вот поэтому надо сходить. Причем они вам запретить не могут, этот муниципалитет, ничего. Вы приходите к ним, а они стараются, так сказать, как-нибудь скрыться, неприемный день, там, то-се. Но надо их подловить,
Прийти и сказать, так, подписывайте, что вы ознакомлены. Входящие можно? Секретарю. Входящий секретарю. Ну, ну, что-то надо от них получить, бумагу. Бумагу надо, ну, подписанную имя получить, о том, что они уведомлены. Пусть какой-то секретарь, пусть кто сидит, неважно кто. Но бумага должна быть о том, что уведомлены о том, что такого-то числа начинается забастовка. Теперь, какую, а вы о какой забастовке говорили, о срочной или бессрочной? О бессрочной. Правильно, вы говорили о бессрочной. А чем хороша бессрочная забастовка? И бессрочная забастовка тем хороша, что вполне возможно, вы не выиграете срочную забастовку. А бессрочную вы точно выиграете. Точно выиграете бессрочную. Почему? В чем состоит бессрочная забастовка? Раз она бессрочная, то забастком у вас бессрочный. Раз и бессрочный, у вас появился новый орган. У вас был А. Ну, там у администрации то, что было, то остается. А у вас был правком, он бывает хороший, бывает плохой, бывает такой, что надо было поменять, переизбрать. А у вас еще есть забастком. А вот этот забастком был временный орган на время забастовки. А если у вас забастовка бессрочная, у вас навсегда этот забастком. А у него права сумасшедшие. Сумасшедшие в том смысле, что он может за 3 дня, уведомив администрацию, изменить форму забастовки. Например, форма забастовки была такая, которую я бы и рекомендовал. Очень даже хорошая такая форма. Вы чего требуете? Сколько часов работы в день? 6. 6 или 7? 6. Максималисты. Ну, дойдем до вашего. Пока забастовка состоит в том, что 1 час не работаем. Остальное. Хотим этот час забастком решать. Кто решает этот вопрос? Забастком. Уведомив за 3 дня. То есть после того, как у вас прошла конференция, вы избрали забастком, ни с кем он не завет, не обязан согласовывать. Ни с кем. Абсолютная власть в этом отношении. То есть, то он вас послушал 2 часа и говорит, да не надо 2 часа, дайте сначала под час у него работать. Пусть люди привыкнут спокойно прийти домой. Потом сдельщики за 7 часов сделают все, что они делают за 8. Возьмут и получат себе полную зарплату. Так, теперь вы их начнете поддавливать администрацию тем, что если вы не сделаете по временщикам тоже такую же зарплату повышенную, но уже повышенную за 7 часов, столько, сколько за 8, то эти тоже перейдут на 7 часов. Это же кто решает? Он еще и решает, кому на что перейти. Забастком все решает. Появился орган абсолютный. Привожу пример. Забастовка. Приезжает корабль из-за границы. Дорогущий, с дорогущими грузами. Приходит к директору, к начальнику порта. Говорит, вот разгрузить надо. Да, хорошо. Забастовка. Так как? Ну идите, он, вот есть забастком, идите туда. Ну, если он даст разрешение, а те посмотрят. А потом говорят, ну, мы вам вот это можем сделать, но не забудьте, в следующий раз вот вы нам сделаете. И решили разгрузить по-доброму. В следующий раз, если он не сделает вам то, что обещал, ну, допустим, поднять по временщикам тоже зарплату, чтобы они за свои 7 часов получали как за 8, а вы сразу хотите за 6. Хорошо, я вообще за вас, конечно. Игорь Григорьевич, ну, он уже вот нахмурился. Потому что думать, что вы хотите сорвать нам это дело большое. Короче говоря, во время забастовки, какая власть у забастовочного комитета? Уведомив администрацию за 3 дня, можете организовать хоть какую. Хоть вы сплошным образом будете бастовать, сидеть. Не рекомендую. Почему? Потому что неизвестно, сколько это будет длиться, зарплата у вас не будет, семьи будут плакать, и все закончится. И проигрышем. А зачем? Вам же нужно было... Ну, подождите, доберитесь до следующего года, если у вас год протянется забастовка, на следующий год сделайте уже 6. Ну, как-то подготовьте администрацию, вот как-то легче входить в этот процесс. Потом можете и 5. Никто мешает, никто не мешает. Время от времени, ну, чтобы они вздрагивали, можно сделать, вот опять, за 3 дня уведомив, аккуратно только бумажку, все, что... Вот на следующей неделе будем работать 3 часа. Зачем вам вот это вот 6? 3 пусть работают. Ну, и неделю. А потом опять 7. Ну вот если вы просто нажимаете, это же неэффективно. Надо всегда оттянуться, а потом уже будет.
Так, как вы понимаете. То есть это все может делать забастком. У вас появился чем, если ваша администрация не поймет, что она попала в такое положение, что у нее орган очень могучий, который выше нее, то ну, вас это устраивает, что у вас есть орган, который эти вещи все решает. Он весь решает, он выше всех. Его снять нельзя. Вот конференция избрана. Не надо новую конференцию проводить. Не надо никаких новых забастовок. Хотите, вы можете сделать забастовку такую. 10 минут в день. Хотите 5. Ну, чтобы не получилось. Ну, что там вот сразу всем бежать вот через эти вертушки. Ну, дайте через 20 минут пускай идет. Это кто должен решить? Кто должен? Но когда еще товарищи докеры говорят, ну, тебе еще есть такой пункт, это уже не написано в Трудовом кодексе, это из других источников. Написано, что во время забастовки кто отвечает за имущество работников работодателя и за порядок? Кто? Забастовка. Ну, то есть администрация само собой отвечает. Это никуда с нее не снимает. Но и забастку. Ну, раз он отмечает, значит, забастком докеру издает бумагу о том, что необходимо, значит, создать рабочие дружины для выполнения вот этого пункта трудового голоса и вот этого. И идет в соответствующее отделение милиции, которое там на транспорте. И обсуждают, что надо сделать встречу представителя работодателя, отвечающего за режим, вот этого представителя этого отделения милиции и забасткома, который решит вопрос о форме, в какой будут, каким искусством боевым надо обучить эти рабочие дружины. А рабочие дружины как формируем? У вас бригада есть? Ну, первое отделение. У вас тоже есть бригада? Второе отделение. Итак, все отделение, все это рабочие дружины. А кто будет потом, если кто-то из администрации украдет, чтобы сорвать забастовку, кто будет отвечать? Кто скажет, мы бастуем, вы что, лопухи? То есть вы так забастовали, что это у того украли, это украли. Вас судить будут. А раз судить. Ну, а отец спрашивает милиционера, оружие надо давать? Ну, эти говорят, это забастовка. Мы пока не предполагаем. Ну, а в принципе, вы же знаете, скажем, вот есть курсы по подготовке частных охранников. У меня, кстати, дома есть документ, что я прошел. Если что, я могу участвовать, если вас создадут. Все нормально, там подписано и так далее. Но это не обязательно. И не обязательно, но это не... Вот сейчас же, вот мы же как мы вообще живем, что вот возьму, кто хочет, может создать эти курсы. Ну, там он оформит все. Вот вчера бандиты, сегодня они охранники. И после этого, так сказать, лицензируют это дело, все, и могут других учить. Вот. Сразу как эти, надо, как научат, как надо действовать. За такой орган не только зарплату повышать, за это надо приплатить со стороны работников, чтобы был такой орган, который такую имеет власть и силу. Поэтому если у вас не удавшаяся забастовка, в том смысле, что она вот тянется, и нет результата. Да какой вам нужен результат? Вам сколько? 7 часов? Так, кто там у нас из рабочего комитета? Сделайте вот с этого, со следующей недели, чтобы у него было 7 часов. Я говорю, хорошо. А 8 переработка. А? А 8 сейчас переработка. Естественно. Естественно. И не надо по 12. Вам надо контролировать, так сказать, ситуацию. Дети должны видеть родителей. Не надо. Это вот будет забастовка. Вот этот ужас, который сейчас продолжается, когда люди после работы продолжают работать и получают одинарно, они ни вдвойне, ни втройне. Это кошмар. Ну, что вы хотите? Вот те же самые вот таксисты сейчас таксуют. Это что такое? Они 8-часовой рабочий день у нас в стране. А они 14 работают или 12. А где тогда медицина, а где отдых, а где аварийность, понятно, что аварийность повышается. Короче говоря, вот я сейчас говорю о том результате, который с гарантией можно получить. С гарантией. А если мы что-то делаем, вот забастовку организовываем, значит, что такое результат? Результат – это предвосхищение результата. Ну, а если вот выиграете его забастовку, ну, тут некоторая печаль есть. Почему? Потому что этот забастком прекращает свое действие. И у вас больше забасткома нет. А вы уже привыкли. Ну так вы за это время-то задумаетесь до того, какую забастовку новую сделать?
То есть надо привыкнуть к тому, чтобы у вас забастовку, может быть, как форме, что все время работаем, а при первом нарушении останавливаемся. Забастовка может быть такая, которая означает просто рабочий контроль за ситуацией на предприятии, за соблюдение норм охраны труда. Вот если, значит, кого-то, то есть попали, попалась такая ситуация, что у него, у вас какие меры пресечения? Очень простые. Неделю не работаем, после этого забастовка, если у вас забастовка вот такая, благовременная. Поэтому вдруг, значит, вы, наконец, не удалось, то есть закончилась забастовка, выиграли вы, ну тогда вы можете новую начать, готовьте пока требования. Вот тогда требование у вас было 6-7 часов, а теперь требуете 6 часов. Кто вам мешает требовать, там, что угодно. Я и сейчас у вас могу говорить, дайте 10 тысяч на обратную дорогу. Не хочет давать, видите, он только улыбается. Точно так же вот работодатели все. С ними говоришь, они сейчас вот улыбаются. Дружина подойдет. И смеются, да. Не, ну просто не все выйдут отсюда. Шутка, но как нам учат, что в каждой шутке есть доля шутки. Вот поэтому это совсем другая жизнь у работников, и понятно, почему тогда вот эти самые забастовочные комитеты могут быть основой для создания советов, потому что вот от этих от забастовочных комитетов всесильных на предприятии посылаются представители в единый орган города. И тогда у вас получается всесильный орган в городе. А просто если вы будете избирать какие-то там, просто если избирать, да они ничего не значат. Уже это было как-то вот после событий контрреволюционных, наделали советов, наизбирали, и что? Да ничего, они ни на какой почве не находятся, и никого заставить ничего не могут. Властью не могут быть, а вот советы являются органами власти. Другое дело, что эти советы без партии, они, без коммунистической партии, они к социализму не приведут. Вот кончится тем, что будете работать 7 часов. Ну хорошо. И вас будут и раньше эксплуатировали, и дальше будут эксплуатировать. Ну 6 будете работать, все равно будут эксплуатировать. Всегда можно увеличить у вас и время, и, сказать, и зарплату так отрегулировать, чтобы вы постоянно давали прибавочную стоимость. Вот это надо иметь в виду. Поэтому вопрос о вот этой выполнении всей этой процедуры, он очень ценный и очень важный, о чем вот рассказывал Григорий Вячеславович. Разрешите ремарку сделать. Да. Вот Михаил Васильевич затронул докеров и о их серьезной организации внутри. Ну, то есть они внутри были организованы. Чтобы понимать, непосредственно Федотов лично мне рассказывал, что начинали они как раз с соглашения, с коллективного соглашения, состоящего всего из 10 пунктов, причем один из пунктов важных для них на тот момент был, это просто перчатки, то есть это были то ли 89-й, то ли 90-й год, то есть был разговор у этих пунктов, выдайте нам те перчатки, которые мы рассмотрим, наш правком рассмотрит, и будет рекомендовать именно эти перчатки покупать для докеров. То есть они организовались на сами, то есть их требования были всего лишь 10, еще раз говорю, пунктов, но опять же они организовались, и они понимали, что от их коллективных действий, именно от коллективных действий будет зависеть результат, и там уже пошел ресурс тот, что, опять же, Михаил Васильевич сказал, что Федотов там закончил одно, второе. У Федотова, Федотов был в рабочей партии России. У него что был он и есть? Есть, да. Уже на тот момент я имел в виду, что был уже там в еще, партии. Там было 3 члена рабочей партии России. Опять же, Федотов, ресурсы, да, Тимофеев, и опять же, ресурсы. Вот, например, Тимофеев, который еще был не только членом партии, еще депутатом Ленсовета. Да, вот, о ресурсах, разговор о ресурсах. Да. И Рысев такой вот докер мощный. 3 человека. 3 человека члена партии, они обеспечивали то, что... То, что потом приходили товарищи эти самые во время празднования годовщины 15-летней существования профсоюза докеров и говорили, мы антикоммунисты, но мы вот вам очень благодарим, уважаем и так далее. Вот, потому что вот такое было действие определенное. Но я еще пораньше возьму вопрос. Еще пораньше вопрос такой. Докеры никакой забастовки не могли сделать, потому что у них в профсоюзе они тонули. Они были в ПРВТ. ПРВТ – это профсоюз работников водного транспорта. В нем они были меньшинство. То есть столько много всяких людей в порту, что тех, кто непосредственно разгружает и несет на себе самую, так сказать, трудную работу, они в меньшинстве.
И пока они были вот в таком меньшинстве, ничего не получалось. Поэтому при поддержке одной из работниц облсовпрофа, которая относилась к ним очень позитивно, к докерам, они сначала образовали такую свою группу докеров в ПРВТ. То есть группу докеров, о чем мы сейчас говорим, что кто вам мешает создавать рабочую часть, взять организацию рабочих этого профсоюза. Профсоюз, допустим, 80% там нерабочих, 20% рабочих. Ну так организуйте 20% рабочих, эти 80% ничего не сделают, если 20% примут решение, и они самостоятельно примут. А не так, что идет, говорит, у вас меньшинство, и как не соберут, все время меньшинство. То есть надо, но они не сразу выделились, они сначала работали как секция этого профсоюза. А когда силу набрали, но собирались каждую неделю. Каждую неделю решали, что делать и так далее. То есть все это предполагает инициативу и активные действия самих работников. Скажем, то же самое там и в других местах. Там другой критерий, допустим, в медицинских учреждениях. Там. Ну, понятно, что есть руководство, а есть, так сказать, рядовые там, работники. Вот и можно всегда решить, какую группу надо, какую секцию создать. А вы хотите, можете создать секцию руководителей. Тем более они все созданы. Что, вы не знаете, что есть всякие общества работодателей? Не знаю. Не знаете, их полно. Всякие. Они форумы проводят. Форумы знаете, что такое? Не знаете? Я вот был, где были форумы. В Греции там такое место вырублено в камнях, где сидели рабовладельцы. А рабы там не сидели. Вот и у нас поэтому не собрание, а форумы. Вот если у нас считать этих людьми только преподавателей, то тут у нас форум из двух человек. А если у вас всех считать, тогда это не форум. Да. Какое-то собрание. Это какое-то собрание уже пошло. А вот форумы, это посмотрите, как они так. Форум вот им нужен, форум. Разрешите вот по этому вопросу добавить. У нас сейчас есть как бы альтернативная точка зрения, да, опять же, рабочую секцию создавать, например, в профсоюзе, который принадлежит, ну, как бы, приводной ремень от именно администрации, или же создавать отдельный профсоюз. Так вот, ответ следующий. Надо работать по всем направлениям. Да. То есть, если вы собираетесь по-крупному работать, то, соответственно, надо работать, как говорил Владимир Ильич, и в самых желтых профсоюзах. Вы можете создать свой профсоюз, но вы должны организовать в том числе и секцию в этом профсоюзе, который желтый, и в том числе переизбрать, допустим, поставить цель, переизбрать своих людей на правком. Быстро это делается? Не быстро. Не быстро. И может и не получится. И может и не получится. Потому что, вот, например, у меня в городской поликлинике номер 52 сделали следующим образом. Когда наш профсоюз действия стал, так сказать, по количеству превосходить тот профсоюз, там было всего 20 с чем-то человек, было приведено следующее. Вызвали начальников отделения и сказали, если ваши люди сейчас же не вступят в профсоюз, ты не начальник отделения. Они идут, встают на колени перед коллективом, и вот уже за небольшой промежуток времени уже не 20, а 300 человек в этом профсоюзе. Все, проигрыш обеспечен. Поэтому, когда вы создаете, вы должны прорабатывать, в том числе и такую, тут и ничего зазорного нет, потому что никто вам не мешает создавать секции определенного круга работников, которые как раз и повлияют на тот профсоюз. Влияют на все остальное. Для этого они должны быть как бы самостоятельными, а не так, что вот вы просто меньшинство. Меньшинство как таковое ничего не может решить, а организованное меньшинство может решить. Вообще на самом деле решают всякие исторические события, как всегда, организованное меньшинство. Ну как вы думаете, вот весь что ли рабочий класс поднялся и сделал Великую Октябрьскую социалистическую революцию? Нет. Это три, пожалуйста, мы можем сказать, кто непосредственно занимался, так сказать, передачей власти в другие руки. Это Московский совет и, соответственно, его органы, включая рабочие дружины. Это Петербургский, Петроградский совет, два. Войска Северного фронта тоже, они были, так сказать, в единстве с РКПБ, РСДРП. И флот. И флот, и все. Этого достаточно. А потом говорят, пошло триумфальное шествие советов. Ну, конечно, когда главное решено, а главное решается где? В столицах и так далее.
Поэтому никогда вообще этот вопрос о большинстве и меньшинстве не надо его особенно, так сказать, переоценивать. Потому что организованное меньшинство сильнее неорганизованного большинства. Ну, правильно, потому что вот есть кристально чистый ручеек, а есть вот лиман, там, болото. Так. И что? Все затхлое там. Там забредут туда, и там могут и остаться. Поэтому тот, кто, короче говоря, тот, кто хочет выиграть, добиться, он этого добивается. А другой объясняет, почему он этого не сделал. Объясните вам, почему у меня это не получилось. Да вы сами знаете, как объяснить. Не надо это преподавать. Все могут объяснить, почему у нас это вот не вышло. А два слова шмаковских государственных профсоюзов. Они не государственные. Они не государственные и не шмаковские. У них члены, у них работники, работники разных отраслей. Вот только что говорил Григорий Вячеславович, во всех надо профсоюзах работать. Там верхушка там государственная. Чем она государственная? Она не государственная, они оплачиваются не государством, а оплачиваются взносами. Вот мы сейчас создаем с вами профсоюз, мы с Григорием Вячеславовичем создаем профсоюз, мы сопредседатели. А вы свои денежки соберете, а мы для того, чтобы вот лучше было у нас организовано работу, все деньги возьмем себе, а остаток вам на к Новому году будут, что там? Бутылка шампанского и коробка конфет. Ну уж вы даете, все, мы так останемся вообще без денег. Мандаринчики купим, носок. Мандаринчики и носки. Ну, они нужны вообще стране, вот эти такие профсоюзы. Да, нужны. А какие еще хотите? Кому слово же вопрос? Они нужны тем, кто в них члены. А эти члены, если они лопухи, так значит, вы кого критикуете? Государство сейчас? Вы лопухов этих критикуете, а не государство. Если рабочие будут вести себя как лопухи, у них все будут отбирать. Знаете, это личная тема. У вас деньги есть? Деньги есть с собой? Есть? Конечно. Ну вот, отдайте нам с Григорием Вячеславовичем перед уходом. Идите свободно домой. И мы сделаем вашу жизнь лучше. Обещаем. Нет, постараемся сделать. Постараемся. Не надо. Мы же должны выполнять. Постараемся сделать лучше. Это вот точно. Я не беру на обязательство сделать. А постараться это я обязательно. Ну а как мы можем вашу лучшую жизнь? Ну, во-первых, мы ездить будем на машинах, естественно. И так далее. Не надо нападать на этих профсоюзов. Надо в этих профсоюзах работать. В этих профсоюзах люди. Никаких других профсоюзов нет. Если вы создают потом профсоюз из 5 человек, и что? Вы что, хотите партию сделать из профсоюзов? Нет. Это профсоюз не партия. Нет, вообще партии не нужны, на мой взгляд. Ну, к вам, конечно, партии нет. Вообще так не так вы у нас тут вообще буржуазный лазутчик. Вам партии не нужны. Без партии я и буржуазная. Я разочаровался. По забастовкам, по теме забастовкам, вопрос. Давайте. Так, нет, внимание, есть вопрос. Насколько такой механизм борьбы с забастовками со стороны работодателя, как локаут, в данное время актуален? Локаут запрещен российским законодательством. Локаут запрещен. Что делать, если будет разрешен? Как что запрещен? Обращаться в суд? Нет, если его разрешат законодательно, что делать рабочим? В случае, если локаут начнется законный, допустим. Ну это какая-то ерунда, которая. Ваш вопрос ерундовский. У нас в законе запрещен локаут. Локаут запрещен. Расхитительно говорят. Вы говорите, а что будет, если будет закон о том, что нас будут вешать? Ну какая-то ерунда. Ну что за вопрос? Что делать рабочим, если закон? Ничего не делать. Сначала надо действовать в тех условиях, которые есть. А вы начинаете придумывать худшие условия. И так они плохие, а вы начинаете придумывать. Но если вы даже начинаете придумывать, вы являетесь тем человеком, который может толкнуть государство на введение такого закона. Вы что, автором хотите выступить, что ли? Или кого-то, или уже заказали? Уже проект готов. Или проект уже готов? Ну нет, радуйтесь, что у нас нет локаута. А нет у нас по одной простой причине, что вопрос о кодексе решался в больших боях, в которых участвовали тот же Федотов, тоже, так сказать, Золотов, тоже Казенов и так далее. Те же самые товарищи, которые сейчас вот здесь присутствуют в Красном университете. И блокировали такого рода. И правительственный проект не прошел. И проспект этого самого Шмаковский 8 тоже не прошел. И не прошел совет Яблочный, в котором детям до 8 лет работу предлагали.
и так далее. И Московской городской думы не прошел. А наш, вот скажем, фонд рабочей академии набрал голоса 189 делегатов, депутатов, человек. Но тоже он не прошел, но из-за того, что такое был, вот, хотя объем голосов, комиссионный проект прошел, комиссии слизки. И многие вещи туда... Вот тогда решался вопрос, чтобы туда не насовать туда вот таких вещей, как локал. Потому что если локал уж будет, ну так что, вас уволят и все. Но опять-таки, всех не уволишь. Михаил Васильевич, прошу прощения, но локаут – это забастовка? Или что это такое? Локаут – это увольнение. Вот английское вы, слово. Вот вы, вот вы выступаете. Out. Вот вы выступаете, вот так, это всех уволите. Все. Нет такого, нет у нас. Радуйтесь, что у нас хорошо. Поэтому у нас вообще ситуация какая? Ну, вы понимаете, что мы, так сказать, свободно и спокойно объясняем, как действовать в условиях забастовки, как ее вести. Я вам говорил, как действуют умные товарищи, тот же авиадиспетчеры, как действуют докеры, как они очень все хорошо делают. Надо делать просто грамотно. Мы для чего занимаемся в Красном университете? Мы занимаемся для того, чтобы делать по уму. И в расчете на победу, а не в расчете на поражение. Ой, скоро будет локал. Давайте спасаться тогда. А еще пару слов об акте. Вот это вот момент. Об акте чего? Акт. Просто составить акт на предприятие о нарушении. Ага, акт. И насколько он правомерен? Акт правомерен всегда. Его принимает суд. Акт правомерен всегда. Если вы хотите, чтобы то, что произошло, не пропало, а было известно и зафиксировано, что вы делаете? Три человека, они важны какие, абсолютно не важны. Три человека пишут акт такого числа. Мы, ниже подписавшиеся, фамилия, имя, отчество. Если надо, можете указывать свои там должности, ну, если не надо, можете не указывать. Потому что фамилия, отчество и паспорт потом будет. Вот, можете показывать. Констатируем, что такого-то числа, там-то и там-то, произошло то-то и то-то, и подписи. Оценок никаких. Плохо, хорошо, это не пишется в акте. В акте вот, то есть, вот я буду заказывать, что вот его били. А они составят так, что я его бил, вот эти трое. И так хорошо получится, что я начал, а кончилось тем, что меня посадили в тюрьму. Поэтому акт это надо вот всегда. Все, что у вас там происходит на предприятии, в цеху, что произошло, актом. Вас куда-то не пустили, акт. Сейчас мы пишем, садимся, вот особенно нервничать начинают те, кто не пускают. Что вот как фамилию вашу назовете? Не скажу. А, вот и гражданин, не назвавший себя, но фамилию которого легко установить по графику выхода на работу. Дальше такой-то, такой-то, такой-то. Не пустили туда-то и туда. По любому вопросу, по условиям труда, по действиям работодателя. И этот бесстрастный должен быть документ. Там никаких оценок нет. Совершенно бесстрастный. Нет спецодежды. Вот сидел, делал вид, что он совершенно не хочет ни на кого напасть. Ждал, когда закончится вот это занятие, ждал перерыва, к примеру. Ничего такого не пишется плохого. Принимают суды, то есть меня, например, как представителя профсоюза, просто товарищ приглашает куда-то, я человек со стороны, но понимаю ситуацию, втроем составляем акт, что не предоставлено рабочее место такому-то сотруднику, и в итоге выиграем в суде дело. Значит, короче говоря, задача, которая стоит перед рабочим классом России, всех... все коллективы перевести в предзабастовочное или забастовочное состояние. Вот задача. А что значит предзабастовочное? Это не обязательно, что выбор. Но вы говорите, ну хорошо, вы это не будете делать, требования не будете выполнять, ну значит, мы начнем готовиться к забастовке. Это все должны понимать. И готовиться надо. Это трудное дело, сразу скажу, трудное дело. Все эти самые люди, которые занимаются вахтовым методом, работают в одиночку, сказать, те люди, которые где-то дежурят, это все, сказать, там забастовки не сделаешь. Тут сразу выделяется именно то, о чем все время писали там и Маркс, и Энгельс, и Ленин, что городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие или какие-то крупные коллективы, мощные, которые можно сорганизовать. Потому что организовать людей тяжело. Но стараться должны все. Ну, кто мешает вам, вот один человек? Мы вот когда делали движение коммунистической инициативы,
как раз когда был самый разгар контрреволюции, как мы действовали? Один человек – это пост. Два человека – это группа. Три человека – это комитет. Ну, к вам, вот вас трое сидят. Вы избрали председателя комитета своего? Нет? Вот я вот девушку предлагаю. Она хорошо. А вы такие темные, а она хоть светлая. Она будет говорить, а вы подойдут, двое черных подойдут и скажут, ну, это же здорово. Она ласко-ласко скажет, пожалуйста, я вас очень прошу. А эти сзади подходят и говорят, ну, это же здорово. Вот. Так что, и как-то надо к этому относиться, ну как вот люди, которые наступают. Наступают, бывает и поражение в наступлении. Ну вот даже на фронте же, ну и на гармошке играли. И песни пели, и причем песни пели хорошие. Ну, когда все так тоскливо смотрят, думают, у нас ничего не получится, у нас ничего не выйдет. Блокаут объявили. И так они противно выли, что и вправду их побили. Нас побить хотели, это про песню. Нас побить. И так они противно выли, что и вправду их побили. Ну, не надо. То есть, если речь идет о наступлении, о движении вперед, о прогрессивном. Ну, представители прогрессивного какую должны иметь мину на лице? Вот как у него. Видите, он смотрит злобно на меня, но улыбается. На всякий случай. Да черт его знает. Я все-таки экзамены буду принимать. Мы, говорит, это все хороши ваши разговоры, а потом придут и начнут. Это так, это не так. Но вообще очень люди хорошо. Вы хотите сказать, что все ограничено? Да. Нет, жизнь наша безгранична. Жизнь наша безграничная, она продолжается, поскольку вот дальше уже, вот то, о чем мы сегодня говорили, это, ну, все члены Красного университета должны понести дальше, правильно? Взять на вооружение. Ну вот, а не то, что, так сказать, закончились занятия, поэтому можно это выбросить из головы и пойти спокойно домой. Вы верующий или атеист? Конечно, я верующий, а Бога нет. Как-то Бога нет, если вы только что... Да я верую, а упоминать мне никто не запрещает. Почему? Я могу упоминать все, я и вас могу упомянуть. Есть Бог и Он. Вот. Причем Он наверняка, а Бог под сомнением. Но есть люди, которые считают, что Он есть. Пусть считают, они свободные люди, могут считать все, что угодно. Так, на этом, я думаю, что нам надо заканчивать.